Самые актуальные вопросы рекультивации земель обсудили сегодня в Ханты-Мансийске. В специальном семинаре приняли участие ученые, сотрудники лесного хозяйства и представители сферы ТЭК со всего округа. Обсуждали несанкционированные древесные свалки, законодательство в сфере рекультивации и проблемы загрязнения земли нефтепродуктами. Отмечу, сейчас более 100 нефтегазовых компаний имеют свои объекты в лесах округа. В этой связи особое внимание уделили экологической безопасности региона. По замазученным, по нарушенным землям в ходе эксплуатации, скажем, по товарными водами, здесь идет ликвидация вот того, скажем, большого объема предыдущего, ну, говорят, наследия, да, историческое, желание выйти на, скажем, полный цикл, что сегодня вдруг порвалось, пролилось, сегодня и, скажем, полностью ликвидировать.